Привет. Привет, привет. Привет, Марина, привет. Рада видеть. Привет. Оленька, привет. Слушайте, здорово так. Зашла в аккаунт марафона, а вроде как в своем аккаунте. Все свои. Добрый вечер. Спасибо большое. Я готовилась. Привет, привет. Добрый вечер. Как я рада вас видеть. У нас есть минутка, наверное, на сборы, да, чтобы у всех высветился прямой эфир, чтобы все увидели, все, кто ждал. Да, все в сборе, точно. Как ваше настроение? Я так люблю пятницу. Вот я не знаю, всегда в пятницу вечером такое настроение какое-то, не знаю, всегда праздничное. Вот, хотя я говорю, хотя уже давно выходные, не выходные, а вот, пятница осталась любимым днем. Интересно, у вас так же? Добрый. Так, пока мы будем собираться, пока вы говорите, как у вас настроение и какие у вас, интересно, планы на выходные, я расскажу, что у нас сегодня будет, какой эфир. Кстати, знаете, какой эфир будет? Кто ждал эфир вообще? И немножко расскажу о себе, да, потому что это, конечно, не мой аккаунт, это аккаунт марафона, бесплатного марафона про отношения. И здесь много разных спикеров, много разных специалистов. Кто-то видит меня впервые, кто-то пришел со мной из моего аккаунта. Вам отдельный привет и большое спасибо, что вы всегда рядом. И это для меня просто очень ценно. Я хорошо, тоже подъем. Ой, молодец, даже прибрала дома. У меня уборка только ждет. Я ждала. Супер, супер, класс. Анечка, привет. Так вот. Так как мы со многими видимся впервые, да, я позволю себе с вами познакомиться, расскажу немножко о себе. Меня зовут Светлана, фамилия моя Никичук. В Инстаграм, в Ютуб можно меня найти как диетолог.лана. .лана. Вот. Я спортивный нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса и восстановлению здоровья путем сбалансированного рациона. Вот. У меня большой опыт профессиональный, ну и есть еще большой личный опыт в снижении веса более 30 килограмм. Вот. Это так, знаете, коротко, коротко о себе, чтобы, ну, вы понимали вообще, что за девица сидит и что-то рассказывает. Вот. Добрый вечер. И сегодня у меня вот предоставилась такая возможность, я, конечно, с радостью воспользовалась, рассказать вам сегодня интересную тему, которую я очень люблю. И скажу, что я, наверное, начала эту тему изучать не так давно, хотя давно уже дружу со спортом, давно дружу с питанием, и все это для меня родное еще с 18 лет. Но вопрос пищевого поведения не так давно стал уже таким острым, потому что, как оказалось, да, недостаточно человеку просто сказать: это ешь, это не ешь, и все у тебя будет круто. То есть есть какое-то поведение, да, пищевое поведение человека почему-то тянет на те или иные продукты. В той или иной ситуации он по-разному себя ведет, да, там, ну, вот вам знакома ситуация стресса, когда ты сидишь и заедаешь просто стресс после того, как перенервничал, да, и начали изучать пищевое поведение. Есть очень сильное расстройство пищевого поведения. Мы сегодня не будем говорить о сильных расстройствах. Мы вообще не сможем охватить всю эту тему. Это очень большая тема, и на эту тему можно говорить несколько часов. Мы сегодня, ну, не знаю, 3-4 таких основных фактора затронем и поговорим о них. Так вот, сегодня тема «Здоровые отношения с едой». Собственно, марафон у нас про отношения. Вот, нет такого, ну и слава богу. А я могу не есть, когда стресс. И такое бывает. Вот видите, вот у всех все по-разному. Вот. И это, кстати, тоже пищевое поведение, когда вы не хотите есть, когда вы не едите. Вот у меня есть тоже подруга, которой вообще нервничать нельзя, потому что весь период, пока она будет стрессовать, неважно, день, два, три недели, она вообще не будет есть. То есть вот это тоже пищевое поведение такое. Видите, вот в момент стресса. Так вот, сегодня тема про здоровые отношения с едой.
для того, чтобы говорить об отношениях, да, о здоровых отношениях, нужно понять, а что же их портит? Вот что может испортить наши отношения с ней? Что может расстроить наше пищевое поведение? Да? Понятное дело, что такое вообще само пищевое поведение, что такое вообще наши отношения с едой. Это когда вы не имеете никакой зависимости, да? Ни сладкой независимости, да? Ни соленой зависимости. То есть соленая зависимость такая же опасная, как и сладкая. Вот у многих людей тянет на соленое, прям любят они все присолить и солененьким еще заесть. Других на сладкое. Когда вы можете остановиться, да, когда вы чувствуете насыщение. А знаете, сейчас будет много людей подключаться и будут спрашивать, какая тема. Давайте с вами напишем. Просто я не смогу написать. Напишите, а я закреплю комментарий. Напишите пищевое поведение. Вот так, чтобы было коротко. Тема эфира – пищевое поведение. Буду очень благодарна вам. Вот. И когда вы можете остановиться вовремя, да? Почувствовали насыщение, наелись, все, остановились. Когда вы в гостях, несмотря на то, что это полный стол еды, да, от сладкого печеного совершенно независимо, это хорошо. Когда полный стол еды, вы не будете есть весь вечер, то есть вы покушали и сидите вот, ну, за столом, просто получаете удовольствие от общения. Да, когда вы не переедаете, когда у вас нету компульсивного переедания, потому что очень вкусно, невозможно остановиться, или потому что я сильно стрессую, не могу остановиться. Привет, еле тебя нашла, я здесь. Спасибо большое. Спасибо большое. Прикрепляем. Вот. И если все в этом плане хорошо, супер, ну, вам реально повезло. На самом деле сейчас очень много расстройств пищевого поведения, и в этом очень много есть разных причин. Вот сегодня разберем несколько из них. Первая причина расстройства пищевого поведения, она у нас появляется в детстве. И как бы это ни было грустно, да, но такой первый шаг нам помогают сделать наши близкие, наши родители, бабушки, чаще даже бабушки, чем родители. Когда начинают ребенка привязывать его эмоции к еде. Когда ты плачешь, это знакомая ситуация, я думаю, тут много также есть мам, бабушек, когда ребенок плачет, и ему, чтобы он успокоился, дают конфетку. У нас, кстати, более того, у нас грудь дают еще, вот, даже можно сказать, с роддома плачет, дай грудь. А вот меня педиатр учила, плачет, видишь, не время ему кушать, дай воды, перепеленай, там, посиди, возьми за ручку, но не сразу хватай на руки, потому что бедная потом будешь, но не сразу же прикладывай к груди. А у нас сейчас, да, сейчас вот абсолютно другая политика. Плачет, дай грудь, пусть ест. Плачет, пусть ест. А может, он просто плачет, ему скучно, зачем ему сейчас есть? То есть, видите, уже начинается вот такая вот привязка эмоций к еде. Грустно? Поешь. Страшно? Поешь. Плачешь, поешь, вот, ух ты, молодец, 5 получил, давай пойдем отпразднуем и съедим с тобой по конфетке. Понимаете, то есть вот это начинается с детства. И на самом деле это очень серьезная вещь, потому что что происходит в таком случае, да? Наши близкие создают такую очень сильную нейронную связь на подсознании. То есть это не просто... Но это не просто эмоции. То есть проходит целая цепь химических реакций, которые имеют еще подкрепление вашими ощущениями. То есть вот, вы услышали, что вы сейчас чувствуете какую-то, вы в каком-то состоянии, пусть грусти или радости, вот вы ребенок, вот там упал, колено разбил, грустно, больно, обидно. Ты сейчас в таком состоянии. Тебе говорят, сейчас мы съедим конфетку, и все будет хорошо. Ты съедаешь эту конфетку. И у тебя получается, тебя как дрессируют. В этот момент, естественно, сладкое у нас вообще, сейчас мы еще будем говорить про то, что мозг очень любит сладенькое, он очень любит сладкий вкус, и он его чувствует. И вырабатывается целая цепь химических реакций, да? Нейромедиаторы вырабатываются, и вот по всему организму разливается такое приятное ощущение, вырабатываются гормоны удовольствия.
И ты вот прямо четко ощутил, как вот эта вот взаимосвязь, как было плохо, ты съел конфетку, тебе стало хорошо. И это впечатывается, просто впечатывается нам на подсознании. А если эта ситуация повторяется не один раз, точно так же проходит дрессировка. Дрессировка любых животных. Посмотрите, как их дрессируют. Их поощряют едой. Неправильно сделал трюк, не получил еду. Правильно сделал трюк, получил там, не знаю, что там им дают. Мяско. Вот, ну да, смотря какое животное. То есть их тоже поощряют едой. И вот у нас получается, что родители, а чаще даже бабушки, поощряют едой ребенка с детства. И он привыкает к этому, он привыкает к этим ощущениям. Причем любые эмоции привязываются к еде. Представляете, вот насколько это сильно впечатывается. И ты потом вырастаешь, ты уже вырос, и бабушки уже рядом здесь нет, она тебя уже не будет там, кормить конфеткой, но ты будешь делать это сам, потому что теперь у тебя есть такая возможность. Теперь ты можешь сам пойти и успокоить себя, зайти в кондитерку, купить себе пироженку и слопать ее, когда тебе грустно. Вот представляете? А здесь вообще на самом деле это, ну, классно сейчас, что мы об этом говорим, да, и сейчас об этом все говорят. Это такая, ну, я как бы не открываю сейчас Америку. И у нас есть возможность повлиять уже там на свое потомство, да, своим детям, со своими внуками не делать таких ошибок. Вот, потому что с этим очень тяжело, с этим очень тяжело бороться. То, что надрессировано с нами с детства, и то, что в нас, ну, культивировалось, да, всю, там, пол нашей жизни, и ты вот тебе там 35 лет, и ты понимаешь, ё-моё, надо же, а это надо исправить. И ты начинаешь от этого отвлекать. Это очень, ну, тяжелая работа. И что с этим делать? А здесь теперь с этим делать нужно, нужно каждую свою, знаете, тягу к еде. Я сейчас не говорю про обычный голод, да? Вы же понимаете, что такое обычный голод, что такое эмоциональный голод. Вот надо научиться, первое, надо научиться различать эти голоды. Голоды, да? Когда ощущение будет, правильно сказать. Когда мы хотим кушать, действительно, это голод. Мы хотим кушать желудком. И когда ты хочешь есть все, ну, что, дайте что-нибудь поесть. Хоть кусочек хлебушка. Но знаете, вот когда ты хочешь есть, ты готов съесть все, что угодно. А когда у вас аппетит, вот аппетит рождается в голове. То есть желудок может быть полным, а кушать хочется. Так вот это аппетит. То есть есть аппетит, есть голод, да? И первое, нужно научиться различать это. То есть когда у вас есть желание пойти поесть, остановитесь, подумайте, когда вы ели последний раз, хотите ли вы сейчас кушать что-нибудь, или вы хотите чего-то особенного. Знаете, у меня вот дети говорят: мама, ты идешь в магазин, принеси что-нибудь вкусненькое. Что конкретно? Не знаем, что-нибудь вкусненькое. Ну, это же не голод, говорит, да? Что-нибудь вкусненькое – это аппетит. Вот. Первое, привет, научитесь различать два вот этих вот чувства. А второе – это когда у вас вы чувствуете, что это аппетит, это не голод, подумайте, к чему, к какой эмоции сейчас он появился. То есть какая эмоция вызвала сейчас этот аппетит. То есть только через пропускание, да, вот этих желаний через мозг, да, фильтруя их, только так мы можем от этого отойти и себя переучить. Но это будет, ну, не быстрый период, это не месяц, даже не год. То есть ты понимаешь, сейчас хочу сладкого, вот прям хочу сладкого. Останавливаешься, думаешь, что сейчас? Тебе сейчас скучно, ты лежишь на диване, сейчас пятница, лежишь, включил Инстаграм, думаешь, что-нибудь пожевать бы вкусненького. Тебе просто скучно. Ну ты же не голодный. Ну, от аппетита, да, от голода может человек умереть, от аппетита нет. Вот, поэтому просто-напросто себя останавливаешь, объясняешь себе сейчас эту ситуацию, и действительно становится легче. Или там ты пришел, перенервничал, у тебя аж руки трусятся от злости после работы, и ты понимаешь, что ты сейчас вот просто должен это заесть.
Найди другую эмоцию, найди другой источник хороших эмоций, переключись на что-нибудь. Кто-то начинает делать генеральную уборку, кто-то, там, не знаю, идет гулять, кто-то идет в кино, кто-то идет на шопинг. Ну, чем угодно, там, дома включайте кино. То есть отвлеките себя. Кроме еды есть еще очень много приятных источников. Источников приятных эмоций. Вот, это первое. Второе тоже, я бы сейчас тоже из детства. Доешь до последней ложки. Вот это, слушайте, это прям чисто бабушкин вариант. Когда нас бабушки уговаривали, доедай. Зачем доедать? Бабули наши жили в другое время. И эти времена были действительно тяжелые. Да, что там бабушки? Даже мы, кто вот в 90-х еще жил, да, кто в 90-х был ребенком, тоже книгу почитать, тоже хороший вариант. Тоже застали времена, когда действительно, не то, что там голодали, да, но, по крайней мере, с едой была напряженка, с продуктами была напряженка. Вот. И действительно, это было то время, когда не было выбора там не доесть, не хочу. Все доедали все до последней ложечки. И у наших родителей, у наших бабушек, особенно которые пережили вообще голодные времена, войну, там, поствоенное время, у меня бабушка еще относится к детям войны, понятно, что для них еда это, это ценность огромная, это на вес золота. То есть действительно они переживают все время. Самое главное всех накормить. Посмотрите, к бабушке приходишь, и надо обязательно всех накормить. Чтобы всем хватило, чтобы каждый наелся. Ну, то есть вот у них это уже все, это пунктик, который вот они будут с этим жить всю жизнь. И докормить ребенка до последней ложки, это тоже было с детства. И нас приучают есть все, съедать все до конца. Хотя в детстве, это не обязательно было делать, потому что, то, как нам накладывали еду, это было абсолютно там на глаз. Никто же не мог оценить, столько ты съешь или нет. Мы даже сейчас взрослые едим все по-разному. Кто-то съест больше, кто-то съест меньше, дети тем более. Вот, то есть нету какой-то общепринятой порции для всех детей. Вот, и, например, у меня всегда дети ели так по желанию. Хочешь, чувствуешь, что ты не наелся, там, да, возьми добавку, но никогда никто ни в кого не будет запихивать дополнительно, вот прям съешь и еще пару ложек. Ребенок не будет ходить голодным, не будет. Вот, поэтому вот это тоже была привычка, вбита нам с детства. И вот привычка доедать до конца. Хочешь, не хочешь, а доедаешь до конца. Причем, знаете, вот очень интересный такой момент, что если говорить про обычную еду, да, там, завтрак, обед, ужин, тут понятно. Хотя тоже вопрос порции всегда стоит. Переедание – это сейчас большая проблема нашего времени. Но когда мы говорим, например, про десерт, его вообще не надо доедать до конца, потому что мы получаем удовольствие только с первых 1-2 ложек. Вот самое высшее удовольствие, которое мы получаем с вкусного блюда, да, это прям первые 2 ложечки. Именно поэтому, посмотрите, вот в дорогих ресторанах, когда вы заказываете какое-то там супер крутое блюдо, вам никогда не принесут вот такую вот тарелку с горой, а вам принесут там большую тарелку, но на ней будет вот чуть-чуть, чтобы вы только попробовали и получили вот то самое крутое, высшее чувство наслаждения. Именно в этот момент у вас будет выработка гормонов там сумасшедшего удовольствия. И эндорфины, и серотонин, все, тебе прям классно. Если тебе положат тот же десерт, но там хорошую большую пиалочку, ты уже доешь и скажешь, так уже, еле доел, там приторно осталось, не то. Это уже не то, оно смажется, это ощущение смажется. Вот. А вот только вот первая пару ложек, это то, что нам приносит удовольствие. Но мы же привыкли доедать до конца. То есть вот дали нам кусок торта, и мы не то, что там кусочек съедим, да, а там пару ложек, а вот надо его доесть до конца. Уже тебе липко, невкусно, но ты доедаешь, потому что так приучили. То есть вот это тоже нарушение пищевого поведения. Надрессировали так. А получается, что не всегда, да, тарелки у нас стандартные, ты где-то можешь там, в одном доме там тебе дадут поменьше тарелку, в другом побольше, но ты будешь есть, пока она не закончится. То есть еще одна такая вот
привычка, которая с детства нам вбивается в голову, да, и уже с этим нужно работать. Да, с этим, конечно, нужно работать. Первое – это кушать медленно, вот, да. Сейчас прочитаю все вопросы. Кушать медленно, наслаждаясь каждой ложечкой. То есть вот если вы не хотите переесть, и если вы хотите вот прям ощутить полное чувство сытости, полное чувство удовольствия от еды, во-первых, не должно быть никаких внешних раздражающих факторов. Ни телефон, ни телевизор, ничего, ни книжка. То есть вы сейчас кушаете, и вы сосредотачиваетесь только на этом. Вы кушаете медленно. Вот причем интересно, что неважно, сколько вам положат в тарелку, да, вы съедите там 100 грамм или это будет там, полкилограмма, но ровно через 20 минут у вас все равно наступит насыщение. Это не зависит от порции. Поэтому для тех, кто ест быстро, они чаще всего переедают. Потому что 20 минут еще не наступило, а ты накидываешься. Одну порцию, вторую, добавочку, десертик, и потом хлоп, 20 минут проходит, и ты чувствуешь уже не насыщение, а ты чувствуешь уже ну, конкретное переедание, ты встать из-за стола не можешь. То есть для тех, кто переедает, тут одна рекомендация – кушать медленно, да, и не отвлекаться ни на что. У меня была одна клиентка, которая пришла, естественно, ко мне худеть на мой курс, и она говорит: «Света, ты знаешь, когда я начала выправляться? В тот момент, когда мы повесили на кухне телевизор». И говорит, вот в этот момент, говорит, все, говорит, я как только начала есть, вот глядя в телевизор, говорит, я начала переедать. И говорит, естественно, у меня вес попер. Она говорит, мои плюс 10 первые, говорит, это благодаря телевизору на кухне. Поэтому телевизор с кухни уносите. Вот. Такой момент, да? Потом прям что-то еще такое хотела добавить сюда. Так, ладно. Хотела добавить пример. Пример. Я вот буквально в это воскресенье, у меня была фотосессия. Нам надо было сделать фотосессию с едой. И она такая была длительная, мы сначала в городе снимали там по разным локациям, и потом уже мы оставили уже наконец, уже только прям фото с едой. Я уже очень сильно хотела кушать, мы приехали в кафешку, заказали, надо было сделать фото с пиццей, с пастой, в общем, прям такие сочные фото. Я настолько хотела есть, я прям готова была эту тарелку проглотить. Но надо было сделать красивые фотографии, мне надо было смаковать там каждую эту макаронинку медленно. И так, и с той стороны, и с той. И мы реально делали фотографию, наверное, полчаса только с пастой. Причем, когда мы закончили фотографировать, я съела, наверное, пару ложек, и я поняла, что я больше есть не хочу. Потому что пока мы вот это все фотографировали, я там очень медленно ела, я говорю, прям буквально по одной макаронине, я растянула это удовольствие, и у меня через полчаса наступила сытость. Хотя, смотрю, у меня тарелка полная, мне надо еще фотографироваться с пиццей, а у меня уже не лезет. Ну вот, как бы я говорю, попробуйте вот медленно кушать, и увидите, что вы насыщаетесь меньшим количеством еды. Я его выключаю, правильно делаете. Вот. Еще один важный фактор. Так, подождите, я тут себе план составила, чтобы не сбиться, потому что я могу вообще уйти во много параллельных тем. Так, ага, вот. Еще один важный фактор, который нарушает пищевое поведение, это те, кто, ну, понятно, пытались когда-то похудеть, да, и начали пробовать диеты. Вот диета – это первый путь к нарушению пищевого поведения. Почему? Тут вообще все на самом деле логично, и есть две причины у таких вот изменений нехороших. Одна причина физиологическая, другая причина психологическая. Физиологическая причина, она включает в себя что? Когда вы садитесь на диету, я говорю сейчас не про сбалансированный рацион, не про правильное питание, вы понимаете, да, я говорю сейчас про диету, там какая там 5 лепестков, гречневая, рисовая, там еще какая, то есть я сейчас говорю прям про жесткие монодиеты, которые вот очень многие, очень часто их пробуют. Когда мы садимся на жесткую диету, естественно, будет ограничение в продуктах. Очень большое. То есть это монодиета, она подразумевает 1, 2, максимум 3 продукта вы едите. Для психики это очень плохо просто.
А по физиологии у вас получается недостаток, естественно, огромного количества микроэлементов, нутриентов, да, и не хватает, организму не хватает. Самое главное, чего не хватает, это калорий. И понятное дело, что после голода, ну, насколько там вас хватит, да, кого-то хватает на день-два, а кого-то хватит, может, и на месяц. Кто-то мне недавно рассказывал 1.5 года. А, вот, фотограф моя и рассказывала. Говорит, сестра 1.5 года сидела на 500 калорий на гречневой диете. 1.5 года. Я когда-то пробовала, меня на неделю хватило, и все. Я гречку не ем 10 лет. Вот. А она 1.5 года сидела на гречневой диете. Так вот, естественно, после этого, да, после того, как вы поголодали, организму он по-любому нужно восполнить. Естественно, оно не восполняется, но он пытается это сделать. Он пытается хоть как-то. И у вас всегда будет зажор. То есть любая диета заканчивается зажором. Любая. И просто зажор будет разного масштаба. У кого-то меньше, там, в один прием пищи. У кого-то это будет длительный зажор. На несколько дней, на несколько недель, на месяц, на полгода. И такое может быть. Да? Кто-то там съест, не знаю, там, меда наест, да? А кто-то уйдет во все тяжкие. Вот. Но в любом случае это будет срыв. Вот. А это уже первый признак нарушения пищевого поведения. То есть тут ты голодал, а тут ты начинаешь отъедаться. И что получается? Получается, что ты попадаешь в такое, знаете, как замкнутый круг. Цель же похудеть. Ты держался. Скинул 2 килограмма воды. Ведь вода уйдет вначале. Потом отъелся. Набрал. По-любому же набрал, по-любому те 2 килограмма воды плюс еще придет с плюсом. И ты думаешь, ну, когда ты уже отъелся, думаешь, господи, надо же продолжать худеть. И ты опять уже, либо в эту же диету, либо в следующую. И ты опять голодаешь и опять срываешься. Все, конечно же, валишь на мотивацию, на слабую силу воли, хотя это вообще место здесь не имеет, это вообще не то. То есть здесь реально физиология. Человек просто хочет есть, это нормальное желание. Вот. И вот так вот многие люди живут так годами, представляете, десятилетиями, голодает, заедает, голодает, заедает. А еще вот такая, знаете, история, вот кто худел или худеет, сейчас прям узнает себя, когда ты думаешь, так, надо что-то делать, все, с понедельника я на диету. И ты субботу, воскресенье отъедаешься так, как будто больше ты еду никогда в жизни не увидишь. Знаете, когда у меня на курс приходят девочки, у нас первая неделя идет подготовительная, мы там очень много всего делаем, и потом со второй недели мы садимся на программу питания. И я говорю, только не вздумайте прощаться с едой, потому что мы будем кушать, но не надо. И все равно-таки кто-то умудряется в выходные отъесться по полной, потому что она готова сесть на диету. И вот такое прощание с едой, знаете, фееричное. В понедельник она садится на диету, а диета-то долго и не продлится, то есть ладно, если она хоть сколько-то дней, а обычно уже к понедельнику, к вечеру ты уже срываешься. И думаешь, ладно, уже сорвалась, ну сейчас уже поем, но завтра точно начну. И ты опять отъедаешься, и утром ты опять садишься на диету. И вот это замкнутый круг. Вот самое яркое нарушение пищевого поведения. Это диеты. Еще есть тут психологическая сторона в этом, то есть мы, понятно, тут физиология, недостаток калорий, недостаток энергии, организм это хочет восполнить, но психологически тоже есть такой момент, да, что вообще человеку нужно кушать разнообразно. Нам нужно разные ощущения получать от еды, да, разные вкусы. Нельзя кушать нейтральную еду, да, вот, ну, как-то безвкусную. Она должна быть соленая, привет. Сладкое, горькое, кислое. Мы все эти вкусы должны ощущать. Вот мы получаем от этого удовольствие. Это нормально. Это, от этого невозможно отвыкнуть. Это нормальная человеческая реакция. Вот. И когда мы этого не получаем, вы не получаете этих эмоций. По-любому, точно так же это будет способствовать срыву. И вот тогда начинаешь, ты не знаешь, на что кинуться, на соленую рыбу, на какую-то тараньку, или на сладкий торт, и запить это все там вином или пивом, то есть тебя начинает просто разрывать. Это тоже, ну, это психика. И самое страшное в итоге взаимно.
И самое плохое в итоге, да, что после таких диет наступает еще психологическая усталость. Когда ты просто так устал от этих ограничений, ты не устал там просто от самого ощущения голода, ты не устал там, не знаю, там, начинать, а ты устаешь от этих ограничений. Вот прям есть такое, прям, ну, не знаю, диагноз, не диагноз, да, но такое понятие, как психологическая усталость от диеты. Она бывает наступает даже, когда мы худеем, ну, не такими жесткими путями, когда человек просто садится там на правильное питание, убирает все сладкое, там идет постепенно, планомерно худеет, да, там сбрасывает по свои там 3-4 килограмма в месяц, ну, там, да, все, что, как бы, скажем так, идет в ногу, да, со здоровьем, вот. Но потом он прям реально устает от этого, вот прям хочется где-то нарушить, хочется вот прям что-нибудь такого вот пойти вот вредного сожрать. Ну, знаете, такое состояние. Так вот, на такие моменты как раз и придуманы читмилы. То есть читмил придуман специально, это внеплановое отхождение от диеты, отступление от диеты, когда это действительно, нет, не внеплановое, запланированное отступление от диеты, когда вы настраиваетесь, что вот все-таки придет там время, да, вы себе планируете, что вы съедите, где это будет, какое вы удовольствие получите. И вот вы сделали себе там через 5 недель после начала своего похудения выход в воскресенье, днем вышли и съели там бургер, и просто так получили столько удовольствия, вас психологически отпустило. И вам так стало хорошо. Думаешь, что я готова дальше продолжить. Это нормально. То есть читмил специально был придуман именно для этого, чтобы психологически разгружать человека. То же самое делают спортсмены, вот, да, особенно после разных сушек, да, после вот выступлений. Не столько они хотят наесться, потому что они там сушились и не доедали, да, чего-то, а как просто психологическая такая разгрузка, вот. Ну, конечно, важно, чтобы читмил не сильно часто был в вашей жизни. Вот. То есть диета, да, голодная диета, резкое ограничение продуктов, ограничение калорий, это приведет к нарушению пищевого поведения. Что с этим делать? Не диетиться. Не диетиться. Это уже прошлый век, все. То есть можно забыть. Никакие диеты не ищите. И, конечно, все, с каждым днем все больше и больше, но мне кажется, все-таки здравый разум возьмет верх, и об этом сейчас все пишут, все об этом говорят, то есть, ну, никто не худеет на 500 калорий, это не работает, никто не удерживает вес таким образом, никто не, ну, быстро не худеет, все это уже прошлый век, вот. И, да, есть сейчас, слава богу, сбалансированный рацион, БЖУ, калории, в чем можно очень легко разобраться, составлять себе рацион, кушай, худей, ешь все, что есть в холодильнике, не надо для этого есть один кефир и гречку, и будет тебе счастье. Худей и прекрасно себя чувствуй. Вот. То есть просто перестать это делать. Если уже сильно себя диетами затравили, то, конечно, надо какое-то время, вообще нужно себе дать прям отдохнуть и успокоиться. И все время себе говорить внутри о том, что еда есть, она не заканчивается. Вот когда прям хочется прям наесться, вы понимаете, что еда есть, она доступна. Ты можешь пойти всегда в любой момент купить ее, там съесть. То есть нету сейчас какого-то дефицита в еде. И нужно себе это объяснять, потому что, я говорю, психологически после каждой диеты ощущение, что завтра еды не будет. Сегодня нужно как последний раз. Еще один важный фактор, который нарушает пищевое поведение, но тут, знаете, он не нарушает, это, наверное, не приходит к нам извне, с этим больше мы рождаемся. Очень интересно, вот недавно читала одну книгу как раз про пищевое поведение, и там вот приводится очень много разных исследований, и говорится про ученых, которые занимаются изучением наркозависимости, ну вот вообще наркозависимости, да, любой. Они пришли к выводу, что восприимчивость отдельного человека к наркотическим веществам зависит не только от того, насколько действует само вещество, потому что они же есть разные, да, есть сильно действующие, слабо действующие,
А здесь еще важно учитывать способность человека контролировать собственное поведение. Когда у тебя появляется сильное желание чего-то. Другими словами, это склонность. Это склонность к зависимостям. Знаете, как одному человеку, там, он, ну, многие из нас, это как бы не секрет, да, там, все в подростковом возрасте пробовали курить. Только одни попробовали и выбросили, а другие с первой тяги остались заядлыми курильщиками до конца своих дней. Ну, это как пример, но таких примеров на самом деле может быть много. То есть человек рождается уже психологически с какими-то, ну, не знаю, как-то, какими-то качествами, да, я не знаю, это характер, не характер, скорее всего, не характер, что большее, вот. И ты либо ты имеешь склонность к зависимостям, и тут тебя будет все время сносить куда-то. Либо ты алкоголик, либо ты наркоман, либо ты там ходишь, ищешь, где там деньги проиграть, либо ты, ну, зависимости же разные есть, да, либо ты сладкоежка такой заядлый, и это, естественно, сразу же путь в большой вес и в диабет. То есть, ну, зависимости может быть очень много, вот. И да, либо ты устойчивый к своим желаниям, и ты можешь противостоять им, либо ты неустойчивый, и у тебя всегда будет какая-то зависимость. Бросишь курить, начнешь заедать сладким. Бросишь сладкое, пойдешь проигрывать деньги. Ну и так далее. Вот. Ну, как бы, как на это повлиять, честно говоря, слабо можно сказать. Вот. Ну, верю, что это не про нас с вами. Вот. В общем, есть такое, как самоконтроль. И самоконтроль, какую-то часть его можно развить, да, в себе, натренировать. Какая-то часть там нашей силы воли, можно сказать, тренируется, это называется дисциплина. Ну, а какая-то все-таки дана нам с рождением, да, вот. И, кстати, вот, кстати, сейчас только пришло в голову, что очень хорошо тренирует человека больше всего на дисциплину. Ну, самоконтроль и дисциплина, мне кажется, это прям, знаете, слова-синонимы. Так вот, дисциплину лучше всего тренирует спорт. То есть в спорте мы закаляем свою силу духа. Когда ты ходишь на тренировки, независимо от того, хочешь ты, не хочешь, а выполнение физических упражнений – это не всегда приятно. Я вон хожу в зал и понимаю, что сегодня ноги – это ужас просто. Сейчас надо будет приседания делать в смите, еще и вставать там на платформу, и думаю, все, мне уже плохо. Но я знаю, потому что это надо, я иду и делаю. Хотя знаю, что мне будет неприятно. Но после будет хорошо. Вот это закаляет нашу силу духа. И, собственно, точно так же можно, ну, хотя бы на какую-то часть, там, на процентов, может быть, 50, свой самоконтроль больше, ну, как укрепить, что ли. Вот. И тогда действительно, может быть, будет проще противостоять вот таким вот зависимостям, как даже зависимость от еды. Вот. А еще один очень важный фактор. И такой, знаете, наверное, самый интересный, который нарушает наше пищевое поведение, это продукты питания. Вы знаете, тут как очень интересно, так и очень грустно, что это в нашей жизни присутствует. И будем сейчас думать, что с этим делать. Пищевая промышленность, она, знаете, настолько далеко ушла за последние, не знаю сколько, какой там у нас, 19-й год, ну, за последние лет 40 точно. Это прямо целая наука. Знаете, наука, которая включает множество разных наук. Тут же есть химия, да, тут есть, собственно, изучение влияния каких-то химических веществ на человека и реакция его на них. Тут же есть, собственно, как эти химические вещества все соединяются для того, чтобы, опять же, повлиять на человека. В общем, это целая наука, где ведется море исследований. И к этому всему еще накладывается наука маркетинга. Как это все продать, как человека заставить покупать постоянно, как заставить покупать много, как заставить там, ходить все время там, в тот же самый Макдональдс, да, и относить туда кучу денег непонятно за что.
И вот представьте, вот мы пытаемся противостоять вот реально ну, такому напору и маркетинга, и еще и такому пищевому технологическому прогрессу, что действительно это очень тяжело. А когда ты этого не понимаешь, ну ты вообще, ты по-любому попадаешь в эту ловушку. Так вот, что интересно, что мозг распознает калории, то есть сколько вы калорий съели, он это распознает. Вы можете это не оценить глазом, но мозг это точно почувствует. Жиры, углеводы, белки он чувствует. И сладкий вкус, соленый и мясной. Вот это то, что распознает. Не кислый, не горький. А вот именно на вот это все мозг реагирует. О, съела мясо, там, съела сладкое, съела соленое. На все это он реагирует. И вот что интересно, что все перечисленные вот эти ингредиенты, да, вещества, которые я назвала, они имеют очень сильное подкрепляющее свойство. То есть они влияют на наши ощущения наслаждения. Ну вот, там, наркотик тоже имеет очень сильное подкрепляющее свойство, потому что он имеет, те, кто их употребляет, да, они получают очень сильное наслаждение. Алкоголь имеет подкрепляющее свойство. И вот то же самое, сладкое, соленое, мясной вкус, да, калории, белки, жиры, углеводы, все это имеет очень сильный подкрепляющий такой эффект. Нам хорошо. И вот представьте, что технологический прогресс, что научился? Да, он научился использовать такие ингредиенты, да, как жиры, крахмал, сахар, соль, глутамат, всем известный, да, для очень крутых таких соблазнительных вкусовых комбинаций. Когда это соединяют, вот, знаете, вот в одном там пирожном, ты съедаешь и просто улетаешь. Все понимаешь, вредно, трансжир, все понимаешь, а ты просто улетаешь и все. И что интересно, что сахар, вот сейчас вот все об этом кричат, что он пользуется особенно почетным положением у мозга, особенно. То есть вот на сахар он особенно классно реагирует, ему хорошо. И те, кто разрабатывают для нас, да, там какие-то колбаски, десертики, они все это прекрасно знают, и все это учитывается. И что интересно, что отдел мозга, отвечающий за вознаграждение поведенческих актов, он особенно ценит вот сахар, да, и что интересно, что все наши предки, которые там еще там, до исторических временах, да, они ели же сладкое, они ели сладкое, но сладкое было только из фруктов и меда. И почему так сильно мы любим сладкое, почему раньше любили наши предки сладкое? Потому что это был, по-любому, это был продукт, который нес много калорий, сахар это всегда калории, да, мед много калорий. А калорийные продукты очень сильно ценились всегда, да, то есть поел много калорий, ты согрелся, у тебя есть энергия, ты можешь двигаться, ты можешь там догнать, не знаю, там какую-то косулю забить, да, то есть калории это было хорошо, потому что люди тратили их раньше, а мы сейчас их не тратим, вот. И это были, знаете, продукты, которые, ну, которые были всегда безопасные. То есть вот сладкие продукты, они были безопасны. Поэтому мы действительно вот на подсознании мы их любим, нас к ним тянет. Это, ну вот, как бы всегда это было. Вот. Но мы же научились добывать сахар из сахарной свеклы, из тростника. То есть вот сама по себе свекла, она же абсолютно не вредная. Но ее выжали, да, забрали у нее сахар. Это концентрат, сильнейший концентрат. Да, с очень сильным таким вот действующим эффектом на мозг. Я уже не говорю там на инсулин, еще на что-то, вот, а конкретно сейчас на мозг.
Вот. И со временем, когда-то эти были продукты очень дорогие. То есть сахар, это был, вот буквально вчера рассказывала в эфире, это был очень дорогой продукт для привилегированных людей, которые себе могут его позволить, рафинированный сахар. А сейчас это уже очень доступный продукт, и его кладут абсолютно везде для того, чтобы вызвать вот это у вас чувство наслаждения. Посмотрите, его в хлеб добавляют везде. Вот везде, даже там, где он не должен быть, он там есть. Вот, и сейчас огромная конкуренция на рынке продуктов питания. Они, конечно же, гонятся, да, кто вкуснее, кто лучше приготовит, посмотрите, там, кто, у кого будет более воздушный десерт, а у кого там, ну, то есть они сейчас действительно, это огромная конкуренция. И есть такой, знаете, некий стандарт, ну, внегласный, да, того, сколько нужно добавить вот тех же самых подсластителей. То есть это должно быть не слишком мало, иначе вы не получите тот кайф, да, вы не получите тот эффект, который ждет производитель. Но не слишком много, потому что будет приторно. Вы возьмете и скажете, ой, слушай, прям отвратительно, аж слиплось. Вот. То есть есть вот конкретная дозировка, это прям стандарт, вот, сколько сладости вам нужно добавить в тот или иной продукт. И очень интересно, что такая вот та дозировка, она названа точкой высшего наслаждения. Вы представляете? То есть точка высшего наслаждения. То есть что было разработано? Что после множества исследований вы выбрали именно ту норму сладкого, которую нужно добавить вам в продукт, чтобы вы кайфанули прям по полной. Для чего? А для того, чтобы вы получили вот то самое подкрепляющее свойство, как у наркотика. И съев тот самый Сникерс сегодня, и получив этот кайф, ты завтра идешь за тем же Сникерсом получать опять тот же кайф. Причем, знаете, еще очень интересно, что даже место, где вы вот что-то съедаете, и вы получаете вот это ощущение, да, такого вот прям кайфа, у вас даже ассоциация с этим местом потом будет связана вот с этим ощущением приятного вкуса, что вам было там хорошо. Заходишь в Макдональдс, о чем думаешь сразу? Картошка фри. Потому что калорийно, потому что жирно, потому что солено. Представляете, три кайфа в одном. Калории мозг почувствовал, жирненько прям. Почувствовал солененько, офигеть, просто идеальный вкус. И заходя в Макдональдс, ты сразу думаешь, картошка фри. А если ты ее там когда-то хоть съел, все, 100%, ты будешь заходить туда только за ней. Представляете? Это, мы даже этого не понимаем. То есть мы не понимаем, заходишь, думаешь, ой, ну картошечки надо поесть. А ты даже не понимаешь, что в тебя сподвигло вот на эти мысли. Вот, и что специально все это делается для того, чтобы вот эти были очень сильные, такие подкрепляющие эффекты. Они создавали очень сильные нейронные связи, которые будут просто впечатываться нам на подсознание и нами управлять. То есть наши желания будут управлять нами. Вот. Очень сейчас стали доступны дешевые молочные жиры, растительные жиры. Посмотрите, их сейчас везде добавляют. Да, то же самое пальмовое масло. Это самое дешевое масло, самое дешевое. Оно само по себе, вот само пальмовое масло, оно не вредное. Но когда оно проходит гидрогенизацию, когда его насыщают водородом, и из жидкого масла, вот такого же, как подсолнечное, становится вот такая, знаете, такой субстрат, как пластилин, вот в этом состоянии оно действительно становится вредное. Потому что это не те жиры, которые несут нам какую-то пользу, да, и когда же организм не может распределить, хороший это жир или плохой. Для него жир и есть жир. И когда эти жиры начинают встраиваться нам в клеточки, да, а у жиров первая функция какая? Это обеспечение защиты клеточных мембран. То есть они обволакивают каждую клеточку, вот каждая клетка, она обернута, да, такой жировой пленочкой.
И когда получается, что мы едим не тот жир, который нужен, оно все равно будет встраиваться. Просто клетка со временем перестает выполнять свою функцию, когда она получает некачественный строительный материал. И от того и начинается заболевание, воспаление, онкология. Вот. И так как сейчас есть много доступных таких вот жиров, да, их добавляют везде. Везде. Для чего? Первое, потому что трансжиры, они очень хорошо работают как консерванты, то есть продукт долго не портится. А второй момент, они повышают калорийность. И опять же возвращаемся к началу, да, что мозгу классно, ему вкусно было, когда было калорийно и когда было жирно. Поэтому везде стараются добавить этот трансжир. Опять же, чтобы вы получили удовольствие. Вообще, знаете, очень интересная вещь, настолько интересно, вот я еще просто добавлю, у нас там еще немножко времени есть, про глутамат. Вот что такое глутамат? Еще есть такой вкус умами, это то же самое, и это вкус свежего жареного мяса, не жареного, свежеприготовленного мяса или свежеприготовленных костей. Вот прям, это вот тот вкус, который нравится всем, вот. И вот этот вкус тоже вызывает наслаждение. Его научились добывать. И вот появился такой вот продукт, да, кристаллизированный, как глутамат, в который теперь везде добавляют, в колбаску добавляют, чтобы вы получили вот тот вкус свежеприготовленного мяса. Еще куда-то, да? И вот там все специи. Посмотрите, все специи. Вот если вы берете специи для курицы, там обязательно будет глутамат. Вот, опять же, для чего? Для того, чтобы доставить вам точку высшего наслаждения. И вот продукты, видите, как бы, когда ты это ешь, ты волей-неволей, ты попадаешь вот опять же вот этот замкнутый круг нарушения пищевого поведения, потому что тебя тянет переесть. Ты съел кусочек колбаски, вот с мясом не получается так переесть. Вот приготовьте курицу даже самым вкусным образом, там, не знаю, гриль, как любите, хоть как. Ну, ты не можешь ее съесть много, но зато палку колбасы ты съедаешь вот прям на ура. Почему? Все потому же. Потому что производитель специально постарался, чтобы съел и еще захотел. А что делать с этим? Что делать? Вот на самом деле, видите, как грустно, у нас продукты нарушают наше пищевое поведение. Вычищать свою пищевую корзину. Покупать только цельные продукты. Не покупать никаких полуфабрикатов. Никаких. Только готовить самостоятельно. Цельный продукт – это курица. Да? Это курица. Это рыба. Там. То есть вы берете мясо и готовите. Это не мясо уже в пельменях, уже готовых, или там в колбасе, куриные сосиски. Это не то. Уже, да, то есть вы берете цельный продукт и готовите самостоятельно. Я скажу, что каждый, вот когда мы начинаем вычищать вот пищевую корзину, мы, кстати, делаем это на первой неделе курса, каждый находит свою какую-то, знаете, свою зависимость. Причем не у всех зависимость от сладкого. Кто-то реально страдает по колбасе. Вот у меня прям очень часто такое бывает, что прям говорит, я не могу, я так хочу колбасы, я прям страдаю по ней. Естественно, проходит это за неделю, там за две это проходит, и все, и потом там смотришь уже на колбасу, тебе не хочется. Но вот когда начинаешь вычищать свою пищевую корзину и начинаешь ложить туда нужные продукты, да, правильные, здоровые, ты понимаешь, вот оно что было. То есть была зависимость и от этого продукта, и от этого, и понятно, почему она была, да, уже разобрали. Вот. Поэтому только приготовление, да, слушайте, понятно, что там все шприцуют, я просто говорю, знаете, о том, что из всех зол надо выбирать наименьшее, да. Можно выбрать курицу с антибиотиками или колбасу, вот что вы выберете. Я выберу лучше курицу с антибиотиками, чем колбасу. По крайней мере, там хоть какой-то белок есть и хоть глутамата нет, вот. А если выбирать курицу с антибиотиками или домашнюю курочку, конечно, я выберу домашнюю курочку. Вот. То же самое с другими продуктами. Естественно, мы живем в то время, когда еды очень много, а по сути есть нечего. И это грустно. Это грустно. Но нужно отдавать предпочтение, знаете, меньшему злу. Но тем, кто живет в
в небольших городах, где есть возможность купить там домашний творог, домашнее молочко, там хорошее мяско домашнее. Ну, вам вообще просто повезло, это круто. Это реально счастье в наше время кушать такие продукты, потому что в больших городах это недоступно абсолютно. Вот. Вот такая вот у нас сегодня с вами история получилась. И на самом деле, с одной стороны, все это грустно, что делать теперь с этим всем. А с другой стороны, скажу, что все это, конечно же, налаживается, все это решается, человек может полностью восстановиться и похудеть, и восстановить свой обмен веществ нарушенный, и восстановить свое пищевое поведение, и отвыкнуть от любой зависимости, да, вот, в принципе, если он этого действительно хочет. Все это возможно. Вот. Главное, наверное, сначала определить для себя, признать, что есть какая-то проблема, да, вот, и тогда по-любому появится желание что-то менять. А второе, понятно, понять, зачем тебе это нужно, для чего ты хочешь что-то изменить в своей жизни, ну и начинать уже действовать, вот. Я говорю, это, знаете, только малую часть рассказала с того, что хотела, вот. Сыр тоже нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Смотрите на сыр. Дешевые сыры, конечно же, нет. Дешевых сыров нет хороших, вот. Смотрите на состав. Сырные продукты нет. Большинство сыров, посмотрите, там молоком и не пахнет. И не пахнет. Это сырные продукты, прямо говорю, реально дешевое такое. Вот. А так сыр почему? Хороший продукт. Жир. Жир. Вот. Так что такое можно кушать. Главное разобраться, что конкретно вы едите. А что еще хотела бы сказать такое, знаете, напоследок. Вот. Напоследок хочу сказать, не воспользоваться случаем не могу, вот. Поэтому обязательно хочу пригласить вас на свой курс, который начинается в понедельник. Вот. Курс называется «Ешь, учись, худей», и само название отвечает за его, знаете, комплектацию. Вот. То есть действительно люди едят, учатся и худеют. И это работает, знаете, вот похудение работает именно вот так, именно в комплексе. Когда ты не просто садишься на диету, да, или не просто садишься на программу питания, а когда ты еще к этому разбираешься, что ты ешь, почему у тебя такая программа питания, а не там какая-то другая. Эфир вопрос-ответ будет, будет, вот. Почему нужно тебе столько калорий, а не меньше или не больше, да, почему у тебя вес остановился, то есть когда ты в этом разбираешься, вот, и действительно ты спокойно себе идешь, не стрессуешь, и только через осознание меняются наши пищевые привычки, только так, по-другому никак. Вот я говорю, прямо вчера на своем эфире вот рассказывала об этом, что прям проводила аналогию про чистку зубов, что когда-то в детстве, да, вот я своим детям тоже вот рассказывала, для чего чистить зубы. Мы же объясняли им, что ну, плохо, когда мы их не чистим, они портятся, там приходится идти к врачу, лечить неприятно. И когда нам это объяснили, мы это поняли и ввели это в привычку. И то же самое делается с пищевым поведением. Сначала вам нужно объяснить, вы это поймете. Потом вы начнете это делать осознанно, потому что знаете, что это надо делать. И в конце концов это придет в практику, знаете, как ваш обычный образ жизни. Вот. Но только через осознание. Курс длится 5 недель, и первая неделя абсолютно бесплатная. Поэтому можно прийти, попробовать, посмотреть. И уже что-то начать делать для того, чтобы идти к своей цели. Полюбить свою диабетику, то, конечно, слушайте, у нас очень много диабетиков. Вот. И мой подход абсолютно серьезный, да, я не работаю просто на скорости, кто быстрее, кто больше похудеет. Я работаю только на качество. То есть похудеть здоровым путем, восстановив обмен веществ, снизив сахар, снизив инсулин. И обязательно худеем так, чтобы вы могли этот вес удержать в долгосрочной перспективе. Вот такая вот цель курса. В общем, жду вас у себя в аккаунте «Диетолог Лана», в сторис, кстати, есть. Вот. И вы можете подать заявку и пройти первую неделю бесплатно. Вот. И я думаю, что уже после первой недели вы уже увидите, что у вас получается. Вот.
Напишите мне, я вам все подробно расскажу. Хорошо, уже как раз заканчивается эфир. Очень приятно было с вами сегодня увидеться. Вот спасибо всем, кто пришел на этот эфир. Всех обнимаю. Всем пока.